Доброго времени суток, с вами Дмитрий, сеть отелей Макс Румс, и сегодня мы с вами продолжаем наши регистрации на объект размещения на канале Агода. У нас с вами есть такой вот небольшой, скажем так, список того, что мы вынуждены сейчас сделать, и мы это будем делать. Это именно настройка номеров, фотографии объекта, услуги, цены и номера, правила отмены и, соответственно, последняя вкладка – это уже договор. Все вот это вот мы можем делать самостоятельно в любом порядке. Непосредственно договор нам необходимо будет уже как бы такой функционал открыть непосредственно при нашем, соответственно, полном выполненном функционале. Вот. Поэтому мы для начала создаем номер, на него ставим фотографии объекта, мы уже сразу создадим все номера. Далее добавим дополнительные услуги, которые включены или включены, цены и номера поставим цены. Цены в данном случае мы будем ставить непосредственно не те, которые у нас реальные, а просто любые, максимально завышенные, для того, чтобы у нас в целом активировалось внутреннее в интернете календарь. И потом, после этого, уже мы его синхронизируем с нашим channel менеджером, в нашем случае это Frontdesk24. Далее правила отмены выставляем для каждого тарифа, то есть тариф создаем и делаем, уже подписываем договор. А настройка номеров. Начнем с него сразу же и посмотрим, что нам это даст. Итак. Нам необходимо добавить номер. Здесь у Агоды есть некоторые интересные особенности по добавлению номеров. Данный сайт слишком, скажем так, чересчур динамический. Здесь достаточно много функционала. Вот, допустим, сейчас мы будем с вами выбирать название номера. Нам необходим номер. Сейчас я вам скажу, какой. Давайте начнем с одноместного эконома с одной кроватью. Вот мы вводим сингл, потому что нам в любом случае по-английски надо будет вписывать это все. И по идее, как сейчас у нас здесь должно вылезать вариант, должен вылезать вариант ответа максимально единственный правильный, который возможен. Пока что он не вылезает. И сейчас мы попробуем одну интересную особенность. Я это делал обычно вот так. Здесь у нас есть autocomplete off. По-моему, я ставил on. Каким-то образом у нас вылезала форма. Но сейчас не вылезает. Возможно, они пофиксили эту тему. Посмотрим, как оно себя поведет. Добавим, что у нас таких 5 номеров. Минимальный тариф ставим, ну, 4000 рублей, не иначе. Я бы даже поставил 5000. Одна. Дополнительных кроватей нет, дети в номере нет. Детских кроваток нет. Далее мы для каждого номера загружаем фотографию. Здесь это нужно учесть. Вот, поэтому для каждого номера мы с вами используем какую-либо фотографию. Ну, соответственно, наш одноместный номер. Минимальный размер изображения, обратите внимание, всегда 800 на 600 пикселей. Максимальный размер файла 4 мегабайта. JPG и PNG. И
если мне память не изменяет, то загружать их надо здесь по одной. В этом плане ничего не изменилось. Хотя, может быть, я ошибаюсь, но как показывает практика. Перезагрузил другой интернет, поставил. Сейчас все нормально загрузилось. Только почему показывает все равно, что всего фото одно. Ну, это ладно, потом можно будет исправить это все. В любом случае, все пока что на модерации. Размер номера у нас. Давайте будем ставить согласно нашему регламенту на букинге. Это очень важно также, потому что будет везде одинаковая информация. 12 квадратных метров. Вид. Двор. Удобство. И здесь начинается. Удобство не стоит путать. Это удобство в самом номере. Сразу выбираем то, что вам нужно. Желательно в каком-то таком минимализированном варианте, потому что к этому всему гости будут придираться. Так. Самое такое достаточно щепетильное, это то, что это все приходится делать на каждый номер, но не стоит здесь, скажем так, терять голову, потому что потом мы можем просто-напросто весь этот номер скопировать. Тут есть такая функция, как копировать номер, и у вас все настройки скопируются, и это будет как бы достаточно хорошо. Не нужно будет постоянно заново создавать номер, заново все это добавлять, потому что это, конечно же, очень и очень запарно. Так. Здесь все окей. Все выбрали, применили. Удобство выбрали. Кровать здесь непосредственно одна спальная. Конфигурации никаких. Ванная комната в одной количестве, в одном количестве. Те предложения сделаем best available rate в нашем случае. Сохранить. Попробуем сохранить все. Вот. Название номера не может оставаться пустым. И, соответственно, нам надо будет его исправить. То, о чем я говорил. Сейчас будем пытаться это фиксить. Вот таким вот способом добились. Значит, у нас есть автокомплит, которая стояла на off. Нужно поставить on. Здесь caption ID ставим единица. Соответственно, вбиваем потом необходимое слово. И спустя какое-то время ждем чуда.
что нам должен прогрузить вот так вот несколько вариантов, как видим. Делает он это очень долго, потому что у него достаточно, скажем так, большой объем памяти это все занимает. В нашем случае это либо Single Room Economy, Symbol Economy Room. Все, поставили ID. В нашем случае 64-156 наш ID. Все, кровать и все остальное выбрано. Попробуем сейчас сохранить. Посмотрим, что получится. Вот эта штука вызывается комбинацией F12, и дальше мы выбираем необходимый нам элемент. Попробуем сохранить это все. Сейчас у нас вот ID вот этот записался непосредственно в ячейку нужную нам. Конечно, это может быть очень сложно, но таков сайт Агода. Его, к сожалению, не исправили. Он остался таким, какой он есть. Сейчас мы, конечно, можем оставить этот номер как есть, потому что у нас вот один номер сделали, этого достаточно. Галочка у нас уже появилась, мы можем дальше все делать. Но что мы можем сделать еще? Мы можем просто-напросто сейчас загрузить фотографии, которые нам еще необходимы на самом-то деле для этого номера. Обратить внимание, что фотографии грузятся только по отдельности. И вот еще получается два фото загрузить, хотя сейчас сайт видит их всего лишь как два, как будто мы одну загрузили. Но в любом случае мы сейчас добавляем ее сюда и сохраняем обязательно. Итак, ну и дальше мы, соответственно, добавляем по новый номер. Здесь я немножко ошибся, здесь не как на Expedia, здесь надо добавлять все заново. Нет такого, что нам можно будет скопировать определенный номер. Ну, соответственно, все остальное делается таким же способом. Что ж, пожалуй, это заслужило отдельной рубрики. И дальше мы по частям также разберем еще и фотографии объекта, услуги, цены, номера и правила отмены, и уж потом договор. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на нас. Ожидайте новые видео. С вами была сеть растущих отелей Max Rooms. Мы предлагаем также услуги франшизы. Всю необходимую информацию можно узнать в ссылке в описании. И также там будет указан наш контактный телефон. С вами был Max Rooms. Дмитрий, всего доброго.